По прогнозам синоптиков, первый день июля в Якутске ожидается жарким. В течение завтрашнего дня температура воздуха в столице, в республике поднимется до 34 градусов тепла. Однако уже в воскресенье ожидается гроза с порывами ветра до 8-13 метров в секунду. Но несмотря на это, столбик термометра не опустится ниже 30 градусов со знаком плюс. В целом в июле погода ожидается сухой и теплой. Среднемесячная температура будет выше нормы на 1 градус. Вместе с тем осадков выпадет меньше нормы. Среднемесячная температура воздуха июля ожидается 18-20 градусов. Это выше нормы на 1 градус. Во второй декаде июля дневные температуры тоже, скорее всего, повысятся до 30-35 градусов. И в третьей декаде июля уже дневные будут порядка 22-27 градусов тепла. Осадков у нас в июле ожидается меньше нормы. Небольшие дожди с грозами ожидаются в первой декаде июля и, возможно, в отдельные дни третьей декады месяца.